сезону, по этому, что удачно, что неудачно? Ну, наверное, сезон 50 на 50 получился и удачным, и неудачным. Естественно, хотелось все-таки лучше показать себя именно на чемпионате мира. Вот. Но немножечко не сложилось, зато есть медаль универсиады. Это тоже для меня был очень важный старт, и мы его планировали. Я рада, как бы, что он получился, и получился хорошим результатом, несмотря даже на плохую погоду. Вот. Но на мире в этот раз немножечко не сложилось. По своим тоже, наверное, причинам, потому что, наверное, не стоило на квалификации делать три попытки, а оставить силы именно на финал. И я, наверное, у меня было такое желание, я так хотела, что мое желание немножко сбило мою всю концентрацию именно спортивную, которую нужно было оставить именно на финальные соревнования. Из-за этого как бы немножко все пошло не так, как хотелось. Еще хотела бы спросить, смотря на чемпионат мира, да, многие атлеты, например, даже вот в вашем секторе, я прыжком длину, а как Бара, она выступает и в других дисциплинах. Угу. Никогда не думали о том, чтобы плюс еще, прыжки плюс. Ну, я, наверное, совмещала только совсем в детстве, как раз-таки тоже со спринтом, вот, но пока что вроде бы не планировала, но можно было бы зимой побегать именно спринт для работы, потому что это для нас важно в разбеге, если я бегу быстрее, естественно, я прыгаю дальше, вот, возможно, стоит об этом подумать. Еще, конечно, какими судьбами в Твери, но спортсмены заняты очень, как удалось вырваться на дому? Ну, во-первых, у меня сейчас отдых, мой заслуженный месяц в году, который я тоже жду, потому что мне тоже хочется отдыхать, немножечко уйти от легкой атлетики, отдохнуть и морально, и физически, вот, тем более здесь родители, и в первую очередь я приехала к ним, потому что я с ними вижусь очень редко, и, или вообще они просто смотрят меня либо по телевизору, либо на соревнованиях, как они были в Москве. Вот, поэтому, естественно, с ними тоже нужно общаться. Я понимаю, что они скучают, и я скучаю. И здесь также и родственники мои близкие, с которым, которых я не вижу почти целый год, поэтому это единственная возможность, когда я могу с ними пообщаться. У вас в Твери очень много поклонников. Вот вы пока здесь находитесь, есть у них какие-то шансы вас на улице в Твери увидеть, там, подойти взять автограф? Ну, конечно, я достаточно в этом плане, в принципе, доступный человек. Я не езжу ни в тонированной машине, не хожу с охраной. Я также гуляю и по городу, и гуляю там по магазинам, и с мамой там на прогулке, или могу с кем-то встретиться с друзьями, поэтому вполне возможно, конечно. А кто-нибудь уже узнавал? Ну, вот так вот. За, наверное, сегодняшний мой приезд, наверное, еще нет, потому что я нигде не гуляла. Вот. А так, да, бывает, что подходят, узнают. Это, конечно же, это приятно, потому что без поклонников, без поддержки, без болельщиков очень тяжело. Они на самом деле помогают. И последний вопрос. Как давно увлекаетесь хоккеем? Да, что привлекает до сегодня? Пришли Ну да, меня приглашали уже достаточно давно, просто я не знала, смогу ли посетить данное мероприятие, потому что не думала, буду ли я в Твери или я буду где-то в другом месте. Вот. А вообще мне очень нравится хоккей, это очень захватывающая игра, поэтому привлекаться тоже к другим видам спорта, почему бы и нет?